Сегодня я собираюсь в небольшое путешествие, и я составила для себя в ключнице вот такой вот небольшой наборчик масел, потому что у меня только ручная кладь, у меня нету багажа, и, соответственно, не будет возможности взять большие флаконы. Что я взяла для себя? Итак, смесь Digest Zen. Я буду наносить ее на живот на базе, если почувствую какой-то дискомфорт после посещения кафе в незнакомом городе. Вот у меня с собой базовое масло, но скорее всего, я куплю себе какое-то другое, да, если мне понадобится, потому что вряд ли я смогу взять в ручную кладь такой большой флакон. Вот, но базовое масло купить не представляет сложности. Второе, что я возьму, это смесь Ангард. Смесь Ангард я буду наносить на волосы, на расческу, наносить на воротничок одежды для того, чтобы в самолете не подцепить никакую инфекцию. Следующее, что я возьму, это масло розмарина. У меня пониженное давление. Я буду наносить розмарин также на базе на стопы для того, чтобы взбодриться. Возможно, я буду делать это вместе с маслом лимона. То есть капелька лимона, капелька розмарина и небольшое количество базы. На всякий случай я приготовила для себя трио от аллергии. Скорее всего, у меня ее не будет, потому что я делала детоксы регулярно. Вот, но поскольку я еду в незнакомый город, то на всякий случай сделала себе наборчик против аллергии. Это лаванда, мята кудрявая. Кстати, кудрявая мята помогает очень хорошо от укачивания. И лимон. Я буду дышать ими одновременно с ладони или с носового платка, если вдруг я почувствую, что у меня начался насморк от какой-то пыльцы растений. Также можно их использовать по отдельности. Лаванду капать на порезы, на ожоги, на укусы. Лимон использовать для детоксикации организма, пить с водой. Также, если будет жарко, тоже лимон можно вместе с мятой добавлять в питьевую воду. Смесь Пастенс. Это обезболивающая смесь. Я буду наносить ее на шею, на плечи, если я устану после длительного перелета. Вот перелет будет не очень длительный в этот раз, но мало ли что, вот вдруг у меня устанут мышцы. Или начнет болеть голова, тогда я нанесу ее на виски. И просто для настроения у меня будет масло лимона, чтобы подышать, взбодриться. Можно дышать вместе с мятой. Поездка у меня маленькая, всего на 3 дня, так что вот такого количества эфирных масел мне хватит. А какие масла вы берете с собой в путешествие? Поделитесь в комментариях.